Я в прошлом году собирала по всяким соседям своим по даче в Подмосковье черенки клематисов, просто кусочки веточек для укоренения. У меня было их, наверное, больше 50 штук. И укоренилась буквально парочка. Но я так хотела у одного из соседей красный клематис, у него такой замечательный, называется «Руж кардинал». Очень хотела, но так как у меня укоренилось неизвестно что, вот это вот одна веточка, вот она, и вот вторая веточка, это в прошлогоднего укоренения. Вот она так хорошо выросла, я проследила, выросла именно то, что я хотела, именно руж кардинал моего соседа. Но я на него не надеялась, и поэтому этим весной этой купила для себя совершенно хороший кустик, новенький руж кардинал. Вот он у меня. Конечно, он еще не цветет. И было бы здорово, чтобы он не попал в сорт, чтобы два одинаковых не оказалось. Потому что такой он прям желанный был у меня. Вот. Я посадила вместе с клематисом тайга, который тоже только купила этой весной. Вот он как замечательно зацвел. Какие головочки красивые. Я думаю, что в следующем году будет еще лучше. И будет, наверное, интересно смотреться сиреневые и красные. Вот так. Так что у меня продублировался сорт. Я даже не надеялась, что именно он у меня укоренится. И поэтому с удовольствием купила, когда увидела этот самый руж кардинал. Такой яркий красный клематис. Сейчас 23-й год. Середина июня. Хороший денечек такой.